Приветствую вас, Виталий. Я думаю, что нам с вами в первую очередь надо бы дифференцировать ваше состояние, да? То есть нам нужно отделить то, в чем может помочь вам психолог, допустим, от того, чем может помочь вам врач. Вот. То есть свои симптомы, которые вы описываете, физиологические симптомы, их лучше рассказать врачу. Их лучше рассказать врачу, их лучше рассказать клиническому психологу, либо психиатру. Вот. Это то, что касается непосредственно вашего физического состояния. А из психологических симптомов я мог бы выделить, ну, например, вашу общую тревогу, которая совершенно очевидно влияет на вас, совершенно очевидно мешает вам, совершенно очевидно из нее вы чувствуете себя не лучшим образом. Вот, вот. Что такое, вообще говоря, тревожность? Тревожность – это отсутствие ориентира человека на, ну, условно говоря, на свои чувства. То есть тревожность возникает, как правило, тогда, когда человек не полагается на свои собственные ощущения, на свои собственные эмоции, на свои собственные чувства, вот, и вот при таких условиях возникает тревожность. Если человеком игнорируется состояние тревожности, вот, то возникают всевозможные отклонения, всевозможные проблемы, всевозможные трудности как с общением, так и в общем с восприятием самого себя. Вот. Это очень важно понимать, очень важно в этом отдавать себе отчет, да, очень важно это вам для себя ну, понять, осознать для себя этот момент. Вот. И работать вам я в первую очередь предложил бы именно с тревожностью. Вот. В первую очередь. Потом, возможно, с некоторыми страхами, которые у вас есть. Это, конечно, не точно, потому что тут могут быть свои определенные нюансы, вот, но страхи. То есть вы можете чего-то бояться. Вы можете чего-то бояться, вы можете чего-то опасаться. Вот. И вы можете от чего-то чувствовать себя
крайне неуютно. Вот. Состояние, которое вы описываете, по большому счету очень похоже на дереализацию. То есть это такая защитная реакция человека на то, когда окружающий мир выглядит ну, в некотором смысле угрожающе для человека. Вот. Вам необходимо этот момент для себя поисследовать. То есть, как вам видит окружающий мир. Чем вам видится его угроза. Да. Вот. Насколько комфортно, допустим, вы себя чувствуете в мире. Ну, в окружающем мире. Насколько комфортно вы себя чувствуете. Вот. Это все очень важный момент. Вот. Дальше идем. Чувствуется в вашем тексте, в вашем тексте чувствуется некоторая такая, знаете, потерянность. То есть, как будто вот вы потеряны, как будто вы лишены какого-то жизненного ориентира своего. Вот. И, на мой взгляд, в этом есть своя сложность, ну, ваша сложность есть. Потому что, если вы не имеете ориентира жизненного, то вам, конечно, тяжело. Ну, тяжело было бы любому человеку, не имеющему, так скажем, четких жизненных целей и задач. Вот. Но, в первую очередь, это ваши страхи, и вот у меня почему-то появилось такое ощущение, что вас мало кто воспринимает всерьез. То есть, такое ощущение, что вы не привыкли к тому, что вас воспринимают всерьез, что вы позиционируете себя так, что вы как будто бы ниже, чем остальные. Тут это проблема самооценки. Вот. Но здесь я могу ошибаться. На первом месте все же идет непосредственная тревожность ваша. Вот такая общая глобальная тревожность. Соответственно, медицинские, что-то касается медицинских аспектов. Я трогать не буду, все, что касается физиологии, я трогать тоже не буду, потому что я не врач. Вот. Я думаю, что вам необходимо заняться своим физическим здоровьем самостоятельно, вот, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы чувствовать себя адекватно. Вот. А психологически, насчет психологических моментов, да, мы вам совершенно однозначно поможем. Совершенно однозначно насчет психологических аспектов мы вам совершенно точно
можем оказать всю необходимую помощь. Вот. Это то, что на данный момент я могу вам сказать, то, что на данный момент могу вам ответить. Исходя из того, что вы написала. Исходя из того, что вы дала нам. Вот. Вот примерно такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом разрешится. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. И заботьтесь о себе.